Какое же лето без лесных пожаров? В этом году огненная стихия снова не стала делать поблажки ивановским пожарным. О возгорании лесного массива неподалеку от деревни Галикова в управлении МЧС сообщили местные жители. Когда пожарные прибыли на место, оказалось, что горит лесная подстилка на площади в 2 гектара. В тушении были задействованы 32 человека личного состава и 11 единиц спецтехники. Возгорание удалось полностью ликвидировать только через час.